Мотор. Дубль один, кадр один. Время лета озвучивай. Итак, вот 0 часов 4 минуты. Да, какое-то число сегодня, там 20. Какое-то там число сегодня уже не помню. Даже какой год не помню. Ну, широкоуголик. Так захватывает. Прикольно. Да, нормально. В HD хуярит, короче, да. Ну. Много, видишь, и там захватило, и здесь, ну, то есть не надо просить, чтобы там подожмитесь, там голову наклоните. Оно все само делает. Да, по широкому так. Вот. Да, она хорошая штука. Да. И чем мы тут занимаемся? Да, сборы. Короче, покидаем Питер, да, 5 лет. Только я мыть не буду. Работали тут. Не много брофа не влезло. Все выкинули. Забираем с собой только то, что влезло в машину. Очень. Пожалуй. А здесь смотри, есть такая штука удобная. Чистить эту чесночницу как раз. Там, вот, классная. Это сука в твоей комнате не поменяет. А вы это? Чем-то напоминает вас разговоры, как эти, есть реальные пацаны, там, слышите, укроп, там, типа, да? Одного укропа звонит, даешь молодежь, не знаю, да, даешь молодежь. А зонтик? Шикарный зонтик вообще. Блин, я всю жизнь недолюбливала зонтики, но оказалось вообще, пожалуй, и доберу его. Да? Он похож на зонтик. Как у Мэри Поппинс. Деревянный, все такое. Да, забирай. Я бы забрал ее, но раз ты так сказал, значит... Я бы хотел, чтобы она жила. Спросил меня вчера, а что это вот за зеленый шар такой? Вот там, видишь, там, ну, левее, в центре, шар, зеленый шар. Да. А что это такое? Говорю, это дерево должно было быть. Должно быть, да, дерево. Много чего могло быть. Нет, все основное тут есть. Тут нету деталей. Там каких-то всплесков таких волночек, там бликов нету. Там... Много простого. Основное, да. Домысливание, да. Это такой армянский художник Сарьян. Вот он примерно так делает. Детальное лицо с вами. Я вообще позвонил пану какому-то там на фирму, художники типа, ну, рисуют. Поговорил с ним по скайпу, он говорит, тебе буду платить там 15 злотых в час, приходи, будешь, ну, возьму тебя на работу. Вот, ну, как хочешь там, по договору труда, ну, или там, или так, ну, типа, фриланс, как захочешь. Я ему показал там свои работы, все, он говорит, все, я тебе беру на 15 злотых. Ну, только типа приедь. Потому что я не знаю, как это нужно, документы какие-то оформлять. Я через 30 секунд выйду. Вы сразу становитесь прямо вот в том месте, где надо оставаться. Да, когда вы идете по уровню. А вы на дворец поставите, а кто-нибудь не поставит? Вы эти подъезды оставят? Да, это идут. Вы можете поставить на вашем доме. Пусть камеры все поговорят. А картина? Экшн. Все, у нее место. Это левый вообще, чувак. Вообще левый. 2 часа ночи уже, да? А?
Еще 12, да? А сколько времени? Час где-то. Час. Ясно. Это пятница на субботу. Час 10. Пятница на субботу, люди отдыхают. Суббота, 22 октября. Да, я смотрю. Скинешь потом? Да, кино.